Привет, YouTube, с вами Евгений, и сегодня хочу рассказать о такой проблеме. На покатушках у меня, значит, отказал стартер, релюшка щелкает, стартер не крутит, с ножки заводится с полтыка. Вот. Если по стартеру чем-нибудь таким стукнуть деревянным, то все работает. Так вот, в чем же причина? Разобрал стартер, вот, обратите внимание, туда попала водичка. Вот, все это дело заржавело. Вот из-за чего, в чем вся проблема-то и получилась. Вот. Буду сейчас все это прочищать и потом собирать. Думаю, что все будет работать. Может быть, это видео кому-нибудь будет полезным в дальнейшем. Вот, а так, в принципе, и все. Кому понравилось, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. В принципе, все. Всем спасибо, до свидания. До встречи на YouTube.